утро. С вами рубрика «Двигайся» и я, Светлана Галиева. Не забывайте присылать свои вопросы на нашу электронную почту. И к нам поступил вопрос. Здравствуйте. Моя работа малоподвижная, сидячая. Вечером очень сильно болит шея и плечи. Покажите простейший комплекс упражнений, чтобы можно было выполнять в течение рабочего дня 5-10 минут. И сейчас я вам продемонстрирую, как снимать напряжение шеи и с плеч. Для этого мы встаем. Можно это делать действительно в течение рабочего дня, независимо в какой вы одежде даже. И начинаем крутить руками назад, 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 назад. Постепенно, постепенно ускоряясь. Улучшается кровообращение в голове, что способствует хорошей умственной деятельности. Улучшается кровообращение. Также работают мышцы шеи, работает задняя поверхность шеи, лопатки, плечи. И сбрасываем напряжение, делаем компенсацию. То же самое мы делаем вперед, постепенно ускоряясь, ускоряясь, ускоряясь. При этом такая ошибка, таз наш не гуляет, мы его фиксируем. И делаем, можно быстрее, 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 быстрее. И сбрасываем напряжение с рук, округляем спину, прижимаем подбородок к груди, разводим лопатки. Делаем вдох, с выдохом тянем ладони вверх, замок от себя, ладони от себя. Сбрасываем напряжение, тянемся верхним ушком к потолку, смотрим на потолок и слегка добавляем руку. Плавно. И то же самое делаем в другую сторону. Смотрим на потолок, растягиваем шею. И сбрасываем напряжение с рук. То же самое на воротниковую зону. Мы повторяем на одну руку, на другую. Тянемся к одному плечу и к другому. И продолжаем так делать. Данный комплекс упражнений также рекомендован для людей, у кого остеохондроз шейный. Уходят лишние соли, снимается напряжение, сбрасываем. И то же самое повторяем на другую, постепенно, постепенно, ускоряясь. И сбрасываем напряжение. С вами была рубрика «Двигайся» и я, Светлана Галиева. Не забывайте присылать свои вопросы на нашу электронную почту.